В Госдуму внесли законопроект о первосентябрьском капитале. Депутаты предложили ввести ежегодную разовую выплату для подготовки к школе в размере федерального прожиточного минимума семьям с детьми от 6 до 18 лет и семьям с инвалидами. Сумма выплат составит около 15 тысяч рублей. Если закон примут, то меры поддержки начнут действовать только в 2025 году.